Главные себелюбцы по знакам зодиака. Для трех представителей зодиакального круга любовь к себе стоит на первом месте. Кто-то из них гордится данным качеством и без стеснения демонстрирует его. А кому-то приятнее держать эту особенность в тайне, понимая, что она довольно сильно отражается на отношениях с окружающими. Итак, три самых главных себелюбца зодиака. Близнецы. Разумеется, близнецам хорошо известно, что такое любовь, и они умеют ее дарить. Но дело в том, что себя эти люди все же больше любят. Они без лишних раздумий пожертвуют кем угодно ради своих интересов и возможной выгоды. Конечно, эти зодиакальные представители прекрасно понимают, что такое поведение их вовсе не красит, поэтому умеют виртуозно прятать свои истинные помыслы и играть нужные роли. В этом и кроется главная опасность для окружения близнецов. К их великому сожалению и к печали близких людей. Эта игра быстро раскрывается, когда приходит пора платить по счетам, а в плюсе оказываются только близнецы. Да, эти беспринципные товарищи пытаются пустить пыль в глаза, придумывают благовидные отговорки и даже сваливают вину на окружающих. Но всем все сразу становится ясно. Телец. А у этого зодиакального созвездия особым себелюбием отличилась женская половина. Нет, дамы тельцы не возводят себя в ранг богинь, но требуют к себе отношения, как к урожденным принцессам и королевам. Больше всего на свете эти барышни ценят свой комфорт. И неважно, в чем он будет выражаться, в шелковых простынях, удобном рабочем графике или полном купюр-кошельке. Все эти и многие другие вещи обеспечивают данным прелестницам спокойствие и уверенность. Эти женщины никогда не шевельнут пальцем ради кого-то, если не получат от этого дивиденды. Деньги, признательность, славу, благодарность или успех. А лучше все сразу и в одном флаконе. И эта особенность весьма осложняет тельцам общение с окружающими, ведь немногие готовы безропотно потакать эгоизму данных особ. Лев. Замыкают список львы. Но это не значит, что они уступают в себелюбии двум предшествующим знакам. Это как раз лидеры данного списка, настоящие короли и королевы с раздутым до баснословных размеров эго. Подопечные данного зодиакального созвездия всегда и все делают исключительно только ради себя любимых. Кстати, они признают этот факт и совершенно не стыдятся его. Наоборот, они гордятся тем, что всегда следуют своим интересам, без стеснения используя окружающих. Считается, что люди данного знака – это щедрые персоны, желающие помочь всем вокруг. Но стоит проследить всю цепочку, чтобы понять, что в случае со львами об альтруизме говорить не приходится. Они и пальцем не шевельнут за просто так. Даже любовные отношения эти представители зодиакального круга выстраивают с прицелом на собственную выгоду. Избранники должны иметь определенный статус. Быть безгранично преданными и ни в коем случае не перетягивать на себя внимание, исполняя роль скромных спутников. Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движение планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения, улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим. До новых встреч. Благодарим за просмотр.